Сегодня в старый архив переводим, в архивную базу данных переводим бумажный в электронный вид. Организуем, есть предложение по организации автоответчика, как сегодня есть, может просто позвонить и по телефону и получить любую консультацию. Ну и очень хотели бы, конечно, чтобы у нас все услуги были в электронном виде и можно было делать заявки через портал. Наше предложение в рамках сейчас взаимодействия со строителями, круглый стол с предпринимателями, которые ведут и Юрий Александрович, и Александр Сергеевич. И вот у нас предложения такие, что из УГД мы, конечно, здесь межведомственное взаимодействие 14 дней мы уменьшить не можем, а вот выбор земельного участка мы нашли варианты уменьшить до 60 дней. Градостный план земельного участка, который готовится 30 дней за 25 дней, публичное слушание мы видим, как оптимизировать можно провести за 45 дней. Решение на строительство и решение на ввод в эксплуатацию, к сожалению, больше, чем на 2 дня мы физически сделать не можем, но уже не 10 дней, а 8 дней. Значит, присвоение адреса 20 дней вместо 30 дней, и вот длительный перевод жилого в нежилое 45 дней, готово сократить до 35 дней и перепланировка до 25 дней.